Приветствую. Сегодня разбираем вступление к песне Олега Митяева «Пройдет зима». Разбор будем делать в тональности ми минор. Родная тональность песни ре минор. То есть будет модуляция в песне в третьем куплете. Как раз будет тональность ми минор. Вот в этой тональности можно будет играть это вступление. Играется без аккордов баре. Итак, сыграем вступление, и я подробно расскажу, как я его играл. Приступим. Когда всю ночь спокойно и без шума штрихует окна снега пелена. Первый аккорд ми минор. Играем так, шестая и третья открытая. Одновременно играем. Дальше вторая струна и первая на седьмом ладу. Дальше. Первая струна играет 7, 5, 3. Си, ля и соль. Дальше. Вторая. И снова первая на седьмом. Потом ставим маленький баре на пятом ладу, прижимаем три струны, играем первую струну. Дальше. Снова играем шестую струну. И играем такой перебор. 3, 2, 3, 1, 2, 3. Сначала. Дальше аккорд Си. Играем пятую струну на втором ладу, третью на четвертом и первую на пятом. Дальше поднимаем мизинец, играем первую на третьем. Открываем первую, звучит в баре у нас, прижат вторая, второй лад, прижата пятая струна и прижата первая. Дальше третья и пятая, пятый лад, первая. Дальше играем четвертую открытую и ставим аккорд ми минор. Аккорд так ставим: первая струна на третьем, вторая на пятом и третья на четвертом. Перебор играем такой самый, как мы играли перед этим. Бас, четвертая. 3, 2, 3, 1, 2, 3. Давайте сначала до этого места. Дальше играем такой аккорд. Вторая и четвертая струна на четвертом ладу и третья на пятом. Играем пятую и вторую одновременно. Пятая открытая. Дальше играем перебор. 4, 3, 4. Дальше. Играем третью струну. Такие нотки. Ля, си и до. Второй лад, четвертый и пятый. И в конце вторая струна на четвертом ладу. Дальше у нас идет ми минор с басовой ноткой соль. Прижимаем первую и шестую струну на третьем ладу. Играем одновременно. Дальше. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Первая открытая. Давайте еще раз с аккорда. Дальше аккорд ля 6.
играем маленький барре, прижимаем 4 струны на втором ладу, играем пятую и вторую одновременно. Дальше перебор играем. 4, 3, 4. И 1, первая. Потом играет вторая струна, 4 лад. 5 лад, выезжаем из 4. И аккорд ля-дим. Играем четвертую и вторую одновременно. 3, 2, 1. И ставим барре на втором ладу. Играем первую и пятую одновременно. Или можем сыграть двумя пальцами. И выход на куплет. Давайте попробуем с самого начала медленно все сыграть. Пошел куплет. Вот так. Вот, пожалуй, все. Ничего сложного нет. Как видите, пробуйте, у вас обязательно все получится. Желаю успехов. Спасибо. Пока.